Всем привет! Это вторая часть ролика про пустые баночки. Первую вы можете посмотреть вот здесь. Сегодня я покажу вторую часть ролика о пустых баночках, потому что их накопилось очень много, и я видео разделила на две части. Приятного вам просмотра! Можно сказать, закончился практически. Тут осталось вот столько осталось крема, но он у меня уже очень давно, и я использую этот крем только когда у меня есть какие-то высыпания. Использовала этот крем, когда у меня были какие-то высыпания. У него закончился, скорее всего, срок годности, потому что это натуральный крем от Alpstoris с маслом чайного дерева. Он отлично заживляет какие-то высыпания, покраснения и приводит кожу в более нормальное состояние, не жирное, как бы подсушивает кожу. Вот. Но в Питере моя кожа изменилась. Моя кожа стала более нормальной, чем жирной, когда раньше она у меня была очень жирная. Поэтому этот крем мне здесь практически... Этим кремом в Питере я практически не пользовалась, очень-очень редко и, можно сказать, даже точечно. Поэтому я его выкидываю, и мне, конечно, жалко с ним расставаться, но срок годности уже кончился приличненько давно. Также из-за срока годности выкидываю всеми любимую базу от Fit, от Secret Kiss Fit. Эту базу советовала и Ковка, и другие визажисты. Мне она тоже нравилась. Она дает отличное сияние кожи, такое изнутри. Его видно и под тональным средством. Кожа прям светится и выглядит здоровой. Но срок годности кончился. И, насколько знаю, Ковка говорила, что, возможно, его сняли с производства, потому что она нигде его уже не встречает. Возможно, в некоторых только магазинах последние партии были. Также закончилась краска для стемпинга от El Corazon Калейдоскоп. Называется она ST02 White, белая. Она у меня практически кончилась, там уже практически ничего не осталось. И, как видите, кисточка осталась уже тоже там. Тут такая... Высохло, остатки все подсохли и высохли. Мне кажется, здесь хорошо видно, что там практически ничего нет. Дальше также выбрасываю вот этот вот лак от Vivien Sabo. По цвету мне он очень нравится. Там его осталось совсем чуть-чуть, он стал очень густой, им просто невозможно пользоваться. А разбавлять какие-то бюджетные лаки я не очень люблю. И их обычно выкидываю. Дальше выкидываю две вот такие краски для стемпинга. Они полные, но это китайские краски, которые не работают. Просто не работают. Они очень красивые в баночке, но они ничего не делают на ногтях. Они не отпечатываются на штампик, на любой, хоть на липкий, хоть какой. Они какие-то такие полупрозрачные, кремообразные, и я их выкидываю. Нечего засорять мою комнату и мой столик. Дальше выкидываю вот такую помадку, даже не помадку, а, можно сказать, стик-желе от Холика-Холика. Ему уже тоже достаточно много времени. Тут он уже сверху... Я красила, наверное, сверху помадой. Он такой уже стал очень твердым. И даже практически... Ну, от теплоты рук он, конечно, плавится. Сильно никакого цвета он не дает. И он очень хорошо, можно сказать, увеличивает объем губ. Он так покалывает. Но срок годности уже у него очень давно закончился. И я его выкидываю из своей коллекции. Дальше выкидываю пробничек базы от Make Up For Ever Step One. База нормальная, хоть она
И, насколько я помню, такая увлажняющая, питающая. Но для моей кожи она все же подошла. Макияж на ней держится хорошо. Дальше выкидываю карандашик от Maybelline. По-моему, назывался он Master Shape. У него тут остался вот такой огрызочек, и мне не очень удобно им красить, поэтому я его выкидываю. Выкидываю кисточку. Тут была с другой стороны кисть для бровей, с другой щеточка, потому что я ее сломала. Я просто ее положила куда-то и забыла про нее, а потом дочка прыгала, бегала, и она поломалась на две части, поэтому ее выкидываю. Также могу отметить шампунь от марки LV. Это шампунь против перхоти. В прошлом видео я показывала вам от этой же марки шампунь гель для душа 3 в 1. Шампунь кондиционер гель для душа. Этот шампунь мне тоже очень нравится. Он действительно избавляет вас от перхоти, когда вы пользуетесь им постоянно. Привыкание он не вызывает. Я им пользуюсь теперь на постоянной основе, потому что многие шампуни, которые продаются на рынке, вызывают перхоть, а шампуни от этой марки нет. Так как в магазине не было шампуня 3 в 1, я взяла вот этот и не пожалела. Сейчас у меня такой же стоит в ванне. И, скорее всего, в пустых баночках будет еще такой шампунь. Это мой фаворит, и теперь я его покупаю постоянно. Также моим фаворитом является вот такая маска от Dermalogica. Это очищающая маска. Даже можно сказать, очищающая, успокаивающая маска. Она очищает ваши поры, но при этом не сушит кожу. Она успокаивает кожу после каких-то чисток. Если ее делать, сходит покраснение с кожи. Она обладает таким ментоловым, можно сказать, холодящим эффектом. Мне она очень нравится, и, скорее всего, я куплю себе эту маску повторно. Я обычно редко, когда покупаю что-то повторно, и это, можно сказать, такой показатель, что средство мне действительно нравится, и я его готова покупать за разные деньги, потому что эта марка не совсем бюджетная. Наверное, эта маска стоит где-то около 2000, может быть, где-то 1800, 2, точно сейчас уже не помню, потому что она у меня уже давно. Хватает этой маски надолго. Я использовала где-то раз в неделю. Мне этого было достаточно, потому что помимо этой маски я, конечно же, пользуюсь и другими. Дальше закончился корейский крем для рук от марки ONL. Хороший крем для рук. Пах он какими-то цветочками. Маленькая упаковка. Очень удобно брать с собой. Также закончился еще один крем для рук от марки The Sime. Это тоже цветочный крем, насколько я помню, с ароматом ириса. Я люблю крема для рук корейские. Они отлично ухаживают за кожей рук. Они маленькие и удобно их брать с собой в сумочку. Дальше закончился лак от Etude House. Это песок. Он, конечно, не закончился. Здесь есть еще полбанки, но он уже подсох, высох, и разбавлять песок, я считаю, нельзя просто. Он тогда у вас не будет работать, не будет красивым. Дальше выкидываю я средство для волос, для придания локонов. Здесь есть еще полбанки, но у него закончился срок годности. Он практически ничего не делает на волосах, он только их склеивает. Это корейская марка Messien Science, наверное, как так читается. Называется Curling Essence. Эссенция для придания локонов. Выкидываю, не жалею. И она у меня уже давно просто стоит, и сильно я ей не пользовалась. Возможно, может,
раз 10 от силы за лет 5, наверное. Ее уже давно пора было выкинуть. Закончился пробник от марки Evome. Это увлажняющее. Это крем интенсивно глубокое увлажнение. Мне этот крем нравился. Его, в принципе, тут достаточное количество, чтобы попробовать, чтобы узнать, подходит этот крем вашей коже или нет, чтобы покупать полноразмерную версию. Покупать буду ли я полноразмерную? Скорее всего, нет, потому что мне нравится... У меня есть другие продукты, которые мне нравятся больше, а чисто увлажнения моей кожи уже не хватает. Она уже такая... Во-первых, она проблемная, все равно, хоть там она у меня теперь не такая жирная, как раньше, но высыпанием все равно я страдаю, я с этим борюсь, и крем чистого увлажнения мне не подходит. Я им пользовалась просто там раз в неделю, два раза в неделю, но не больше. Дальше, можно сказать, таким же средством является масло от Kiehl's, которое я использовала только по мере необходимости, когда моей коже не хватало питания. Это ночное масло, и я его использовала, может быть, пару раз в месяц, и все. Когда просто из-за погодных условий моя кожа изменяется, и ей просто необходимо какое-то питание, тогда я пользуюсь маслами. Буду ли я покупать полноразмерную версию? Скорее всего, нет, потому что для моей кожи это не совсем удачное масло, потому что если его использовать ежедневно, как рекомендует производитель, у меня кожа, можно сказать, из нормально комбинированной, становится более жирной, появляются воспаления, высыпания, и мне это не совсем нравится. Поэтому им я пользоваться на постоянной основе точно не буду, и покупать явно, и покупать, конечно же, тоже. Ну и напоследок закончилось у меня много различных масок, все я показывать не буду. Закончились у меня маска вот такая, SOS, Secret K. Дальше я покупала Garnier, но могу сразу сказать, что она мне не понравилась. Она не делает ничего, в отличие от корейских масок. И маска с зеленым чаем. Еще где-то была еще гора таких же масок, но я уже не знаю, куда я их положила. Возможно, я их даже уже просто выкинула, чтобы они у меня не валялись. Вот такие у нас были... вот такая гора пустых банок у меня накопилась за все это время, с прошлого видео, как я выкинула пустые банки. Я начала копить уже новую кучку для вас. Надеюсь, что вы прислушиваетесь к моему мнению. Что-то, может, вы купите или, наоборот, не станете покупать, потому что это средство не совсем хорошего качества. Не забывайте ставить лайк, подписываться и оставлять комментарии под видео. Пока-пока!